Какие широкие джинсы в моде и с чем их носить? Девушки по всему миру оценили комфорт, который дарят широкие джинсы, вытесняющие из моды зауженные модели. Сегодня я расскажу о модных фасонах широких джинсов и их сочетаниях в новых сезонах. В зависимости от ширины штанины, а также от других особенностей кроя, выделяется несколько моделей широких джинсов. Один из вариантов – straight fit, прямая посадка, равномерные по ширине штанины классические брюки прямого кроя, чаще всего с 5 карманами. Следующий вариант – bootcut, штанины, расширяющиеся от колена. White leg – свободная модель, где расширение начинается от бедра и равномерно продолжается до низа изделия. Flare cut – классические джинсы клёш с резким расширением в нижней части брюк. В зависимости от силуэта к широким джинсам относят бойфренды. Это джинсы прямого кроя, свободные в области бедер и чуть узкие снизу. Так называемые бэги – слоучи, мешковатые брюки, свободные в паховой зоне. Белбар – брюки клёш, расклешенные низу. Данные брюки расширяются от колена. Джинсы мом прямого кроя, не облегающие голень с завышенной талией. Relaxed fit – джинсы свободного кроя с расслабленной посадкой, чуть менее просторные, чем бэги. Джинсы-джоггеры – свободные в районе бедер и с застежкой снизу, благодаря наличию резинки в районе щиколотки. Модные нынче бойфренды имеют длину 7 восьмых и подвороты. Могут присутствовать небольшие потертости, а вот декоративных элементов должно быть по минимуму или лучше совсем без них. Пример подходящей модели – джинсы, которые выбрала Хелли Болдуин. Главная тенденция стрит-стайла – джинсы-трубы, свободные от пояса и по всей длине. Самыми модными стали укороченные модели, хотя и классическим трубам в трендовом гардеробе тоже есть место. Трендовые джинсы клёш, расширяющиеся от колена, имеют высокую посадку. Шарма и небрежности образу добавят модели с необработанной линией низа. Стремление к осознанному потреблению находит отражение в индустрии моды, где прослеживается тенденция на использование переработанных вещей. В этом году получила популярность одежда в стиле patchwork, в том числе и джинсы, сшитые в лоскутной технике. Джинсовый total look – тренд будущего сезона. При этом в одном образе сочетаются не только брюки, но и рубашка, куртка или топ из денима. Модели с заниженной посадкой также возвращаются в моду, но подходят только обладательницам типа фигуры песочные часы или перевернутый треугольник, поэтому к выбору нужно относиться внимательно. Трендовый цвет сезона – благородный синий, но не менее актуальны светло-голубые оттенки и черные джинсы. Создать свежий и запоминающийся образ можно с джинсами белого цвета, а также бежевыми оттенками. Чем носить широкие джинсы? Основные правила. Включая в гардероб свободные джинсы оверсайз, важно не перестараться с другой мешковатой одеждой. Подойдут вещи прямого, приталенного и полуприлегающего кроя. Широкие джинсы должны стать главным акцентом в образе, поэтому не следует сочетать их со слишком ярким верхом. Отдать предпочтение стоит базовым однотонным вещам или одежде со спокойным принтом. Джинсы с высокой посадкой отлично смотрятся, если в них заправить футболку, джемпер или рубашку свободного кроя. Для заниженной посадки стоит выбрать удлиненный верх, небрежно заправленный спереди. Либо можно рискнуть и создать образ с ультракоротким топом, как это сделала Белла Хадид с подвернутыми бэги. Сочетание джинсов и футболки – это несменная классика. Плотно облегающие фигуру модели давно уступили место свободным футболкам прямого кроя, которые можно дополнить жакетом или пиджаком. В моде однотонные вещи и лаконичные логотипы. Для джинсов любой посадки подходят кроп-топы.
Дополните образ удлиненным жакетом, и вы получите стильный офисный лук, если это разрешает дресс-код. Можно сочетать широкие джинсы с блузками и рубашками. Давно в моде игра на контрасте, поэтому всегда выигрышно смотрится сочетание неформальных синих джинсов и белой рубашки, относящейся к деловому стилю. Для романтичного лука можно выбрать шифоновые и шелковые блузки, заправленные в брюки с завышенной талией. Еще один трендовый способ носить рубашку с широкими джинсами – завязать ее на уровне чуть ниже груди, продемонстрировав талию. Сочетание будет удачно смотреться с брюками любой посадки. Данный вариант подойдет для теплого времени года. Гармонично широкими джинсами смотрятся однотонные водолазки, лонгсливы, а также джемперы крупной вязки. Еще один способ быть в тренде и проявить креативность – поиграть с многослойностью. Вязаный джемпер или жилетка подходящего размера поверх незаправленной рубашки поможет расставить на фигуре правильные акценты. Джинсы с заниженной талией можно дополнить объемным свитером, свободным кардиганом или худи. Сочетать свитеры, свитшоты и худи с джинсами можно двумя способами. В первом варианте брюки можно заправить трикотаж полностью, если он не слишком громоздкий. Объемные же модели следует убрать только за переднюю часть пояса. С какой верхней одеждой широкие джинсы смотрятся наиболее гармонично? Великолепно сочетаются с удлиненными пальто и тренчами. В таком случае образ стоит дополнить обувью на каблуке. Более свободный аутфит получится, если комбинировать укороченную куртку или пуховик с массивной обувью или сапогами на высоком каблуке. В летний период стиль casual поддержат кеды и лоферы.